канун празднования Великой Победы ветераны встретились с министром здравоохранения региона и лично выразили признательность за внимание, которое ежедневно оказывают им медицинские и социальные службы. Встретились с ветеранами Одинцовского района и те, кто посчитал необходимым с нами обсудить тему лекарственного обеспечения, вопросы доступности медицинской помощи и обсудили, насколько востребована услуга, которую вот наш Мособлсервис реализовал, направление раздачи лекарств через автотранспорт, когда доставка лекарств идет непосредственно на дом. Потому что, к сожалению, не все могут уже на сегодняшний момент люди из этой категории двигаться самостоятельно, много находится дома, поэтому мы пошли вот на такое направление, как доставка лекарств домой и решение многих социальных услуг совместно с администрацией непосредственно в домашних условиях. За 4 года работы службы Мособлмедсервис лекарства на дом получили более 4000 человек. Это ветераны войн, маломобильные категории граждан. Это замечательная акция для наших любимых родных ветеранов Великой Отечественной войны Одинцовского муниципального района. Мы рады, что к ним такое большое внимание. Конечно, они тронуты таким вниманием со стороны министра здравоохранения Дмитрия Сергеевича Маркова. Вот мы знаем заботу и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и, конечно, постоянный контроль и помощь со стороны нашего главы Андрея Рубича Иванова. И аптеку для них шикарную открыли, лекарства уже по домам им развозим. И вообще мы их очень и очень любим, желаем им огромного здоровья, счастья, успехов и чтобы никогда они не были одни. Министр лично прошел по маршруту доставки лекарства ветерану Великой Отечественной войны. Гавриил Михайлович Дегтярев уже давно пользуется услугами Мособлмедсервис, но впервые лекарства ему привез министр здравоохранения. Приходом к руководству районом Андрей Робертович Иванов и Татьяна Викторовна, я скажу, что вопросы, связанные с медицинским обслуживанием ветеранов и лекарственным обеспечением, начали улучшаться. Мособлмедсервис и 4 автомобиля ежедневно они развозят необходимые лекарственные препараты по территории Подмосковья. Забота о ветеранах и маломобильных категориях граждан на личном контроле у губернатора региона. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».